Живые очереди на путевки в общедоступные угодья ушли в прошлое. Сегодня Департамент по охране и использованию животного мира впервые провел жеребьевку среди охотников. 12 разрешений на отстрел сахатых разыграли 700 человек. Тем, кому повезло, смогут добыть трофей в октябре за 5000 рублей с учетом налогов. Тем, кому удача не улыбнулась, придется обратиться в частные хозяйства и поохотиться в 10 раз дороже. Таким образом, отпала необходимость выстаивать многочасовые живые очереди с руганью, а иногда и рукоприкладством. Жеребьевки будут проходить онлайн, а результаты по электронным заявкам придут охотникам на e-mail. То, что творилось в прошлом году, в позапрошлом, это было что-то непонятное и ненормальное. Потому что люди занимали очереди буквально за месяцы до начала процедуры приема заявлений на получение разрешений. А действовали на самом деле в соответствии с федеральным регламентом, который предполагал заявительный порядок. То есть вот тот, кто первый подал заявление, тот и становился обладателем такого разрешения. Сейчас мы от этого ушли, и, ну, люди теперь получат те, кто станут, значит, обладателем вот этого счастливого билетика. Но это жеребьевка.